Всем привет, с вами снова Доминик Джонс, и сегодня я хочу продемонстрировать вам такую игру, как Sentinel Homeworld. Игра в жанре Tower Defense, одна из лучших, по моему мнению, по крайней мере для меня теперь уже. Цель, как и у любого дефендера, не дать дойти врагам до конца их пути, так сказать, и всячески препятствовать им в достижении их цели. Так вот, у нас тут есть ворота, также у нас есть был, по крайней мере, где-то этот командир наш, ладно, его нету сейчас. Окей, ставим пушечку. Вот командир появился, прилетел. Такой вот он у нас красивый, вот он. Все. Собственно, пошли в враги, ускоряем. Обратите внимание на графику. Графика довольно-таки впечатляющая для Tower Defense. Я думаю, красивее Tower Defense я еще как бы не видел, за исключением Властелина колец, хотя он у меня тормозит. Непонятно почему. Тоже, кстати, советую поиграть любителям жанра. Ну что у нас тут еще есть? У нас есть, конечно же, апгрейд. Апгрейд пушек. Также, только его пока вот нету, как я смотрю. Также можно делать роботов определенных, которые собирают какой-то ресурс, в данном случае вот этот вот ресурс, и дают нам за него деньги. Также они чинят вот эти ворота, когда их повреждает кто-нибудь. Потому что есть такие мини-боссы в игре, которых очень сложно бить. Также есть, ну и сейчас тут не вижу, видимо, я играл до этого в аркаду. Сейчас же тут не вижу. Есть бонусы типа ракет, типа, как бы это сказать, такой огненной бури, которая убивает всех, ну, по типу вот таких вот врагов слабых, то есть на своем пути, как уже победа. Вот как неожиданно-то. Обычно там в аркаде первый раз у меня было около 90 волн. Окей. Видимо, это на легком уровне, и поэтому так получилось. Ну, собственно, и все по данной игре. С вами был Доминик Джонс, и ждите новых обзоров.